Итак, уважаемые, салют. Начинаем мы с того же места, на котором мы остановились. Ну да. В частности, насколько вы помните, оставили меня, собственно, в пустыне. В одних трусах, ёпта. Я искренне надеюсь, что, может быть, сейчас какую-нибудь машину найдем или что-нибудь, потому что бежать нам не перебежать, если мы машину не найдем. Вот, у нас уже утро, понимаешь. И пока, в общем, короче, демон через час свалит на работу. Поэтому мы вот пока пишем. Ха-ха, чтоб не пописать, ежели пишется. Блять, ну мне бы как бы быстрее добраться и не смотреть на булки Тревора. Здесь что, ни одной машины, что ли, нет, я не понимаю. Да я хрен знает. Может, где-нибудь и есть, конечно. Что это было? Что-то было, ёпт. Нет, конечно, все прекрасно, но я бы вообще жаждал, чтобы хоть одна гребаная машина проехала, потому что Тревор ходит тут в одних трусах и трусардить нам не перетрусардить, черт возьми. Да что ж такое-то, еще и подыхает. А потихонечку. Сейчас мы отправимся на миссию за Тревора, в общем-то, и продолжим ваять. Че, не, блин, слушай. Что там, блядь? Ну, как-то так. Демон, грёбаный псих. Ага. Я грёбаный псих. Грёбаные психи те, которые меня, блядь, тут оставили, понимаешь? Ни за что, ни про что. Подыхать. Ёпт. Суки. Ну, суки, что поделаешь-то, а? Что-то, по-моему, Тревор-то подыхает немножечко. Что за херня? Сейчас какая-нибудь хуйня вылезет, блин. И отымеет меня в жопу. На самом деле... Что такое? Типа, понимаешь, на дно залегли. Так, ну ладно, в общем, короче, потом. Я так думаю, что вырежем. Ну да. Вот этот момент, потому что, блядь. Потому что, блядь, это пиздец. Так и будем. Долго здесь кочевряжется и идти его в душу. Сука, блин. Смотри, сейчас он... Что-то чуть-чуть Тревор-то в этом самом... Не в догоне. Не вдогонь. Так, машину у меня, бля, суки. О. Это что за зилок такой, а? Ну ты посигналь еще, посигналь. Спасибо за... Да пошел ты в жопу, господи. Что-то он там хотел от тебя. Ага, хотел он. Так, ну, в общем, короче, на миссию отправляемся. Только желательно еще перед миссией переодеть Тревора чуточек. Что это такое там? Что-то там, не знаю. А, это там, короче, доставить людей. Этого мы, я думаю, что делать не будем, потому что... Собственно, ну совсем уж побочный квест, который, в общем... Чё такое-то, ёпта? Чё, сразу миссию, что ли? Да ё... They were here for you. Here for you. Who was here? Them bikers. After you killed Johnny Kay. And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny Kay meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic midlife crisis hog ride. Прикинь, у него, короче, на левом плече это самое, татуировка типа, что покойся с миром, Майкл. Не, ну он думал, что Майкл помер, ёбаный рот. Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45, find him. Los Santos is a big, big place, Trevor, there's lots of people. Бля, ну как меня прёт его голос?
find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin! Am I being clear now? Yes, Trevor. Yes, Trevor. Thank you. Wait. Now smile. Yeah, right? That's better. Run along. Now, Ron, shall we go? А куда мы движемся? I cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek, huh? The fucking cheek. И что, ты так и пойдешь в трусах, что ли? Да нет, я думаю, что можно... You gotta make a stop at ammunition. You're meeting me at the Lost MC's airfield. Да, вы мне дайте переодеться, блядь, потому что это ну совсем стрём какой-то реальный. Что, блядь, я не могу переодеться, ёбаный в рот, что Тревор будет ходить в трусах? А чё, будет весело, слушай. Отправляемся. Куда отправляться? В амунацию? А, все. За ружьем. Ну, за... Come in. Come in. Твою мать, какого ж ты хрена так орешь-то, зараз-то? Ёпти. А ты хорошо притормозил-то, да? Здравствуйте! О, кстати. И что, в трусах? About to make a corporate gift of a rifle, a high-powered scope, and a suppressor. Take whatever you want, Trevor. I can't afford another fire. Слушай, но он будет в трусах, Саня. Охренеть. That's the rifle I need. Куда? That's the chestnut. Еще что, глушитель уже есть. It'll be quiet as a mouse. Улучшенный прицел. Берем. Ух ты, ё! А денег-то мало. Ну, вот патрончиков я бы докупил. Штучек 500 пусть будет. Демона что-то пропёрло, он тут уже... Поет, понимаешь? Это ему, видимо, очень хочется на работу в скором времени пойти. Так, фонарь возьмем. Прицел. Да нахер он нужен? Ну там типа... А, ну ладно. Глушитель нахер. Вот это круть. Армейская расцветка. Так, а это у меня есть, да? Вот что-то. Патрончиков побольше купить. Хорош. Так, ладно, все. Поехали. Блять, ну он что, реально в трусах поедет, ёпта? А что? А что поделаешь? Ну, поехали в трусах, хули. Ой, ёптель. Ёпсель-мопсель, случай. Куда едем? Может, ты по дороге оденешь его? Да ладно, пусть будет в трусах. Чё, ёп... Это ж Тревор, а? Он сраный псих, блядь. Ему похуй, в чем ходить, ёптель. Я думаю, он вообще не заботится о проблеме, о том, чтобы, знаешь... В чем же я буду одет, ёптель? Of course there are! Two planes are touching down at the field on a weapons run! We're gonna wait till the right time and appropriate them! I'm up here. I don't see the hardware. But I do see a hell of a lot of bikes. Мы сейчас и быстрее заберемся. I'm coming up. Заберитесь на водонапорную башню. Ясное дело. Ага. А, все, я помню эту миссию. Бля, в темноте, ебаный в рот. Time is right. Go on, my son. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right. Got it. Now, relax. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Остановись и не попадайся им на глаза. Ёпта. Да сдвижу я тебя, придурок, блядь. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me!
Стреляй ему в жопу, Саня! Да прикрой, я тебя не ссы. Чтобы видеть, где зараза всякая скрылась. О. Guard by the tower, taken care of. Keep moving, make yourself useful. Будешь там. You want me to shoot you in the behind? Hurry up, will ya? Да давай ты двигайся, дед. I hear an engine. They're gonna see that guy you shot. Да? Maybe if you shoot those lights on the tower, it won't be so obvious. Come on, man. Get the lights on the base of the control tower. There's one. А еще бы. Что, что он сказал? Убить этого парня, который... Спокойно. Сейчас он остановится. Блять. Это нехорошо, слушай. Ты бы... Да ебаный. Охуеть я сделал. Так он же сам сказал, по-моему, что надо убить этого хрена, который в машине едет. Ну, он вроде сказал, но я только что-то не шибко понял. Ну, ладно. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Да вижу я. Чё тебе надо, блять, вижу я тебя. Wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. Да не стреляю, беги, беги, ёпты. Да, да, да. Saw a guy by the tower. I shot him. Now keep moving. You're walking like you shot yourself. Move. Ты решил все фонари подшибать? А ничего. Не найду. Relax, because lights are out already. А, не стреляй, пока парень не выйдет из фургона. Блять, я думал, что убить его в фургоне. Ну, конечно, в фургоне. Он головой, блять, долбанулся и начал этот самый сигнал пошел. Ага. Поэтому и засекли. Что это было? Поэтому и засекли, сволочи. Это да. Так, а где этот придурок-то? Не стреляю. Ну и чё он там сидит по телефону трепет или? Не, спасибо, не надо. Вот пуля пролетела, и ага. Эй, эй! Уже. Где? Где, блядь? Раз. Ёбаный, ты чё делаешь? А где ты есть? Давай беги, блять, мудила. С какого кто здания вышел, нах? А, вот этот. Shoot! The guy had a buddy in the building. He's come out. Good kill, Trevor. Может в эту жахнуть? Нет, не надо. А ты еще подстрелишь. Me, okay? Так, а нету никого. Да и хуй с тебя. Кто тебя там? Ёбаный в рот. Always hated that chopper. Just fucking drive, you're bikers. It's looking for us. We ain't gonna get them guns when they got tactical superiority. Woo! Полет навигатора, сука. Этот все в трусах, понимаешь? Ёптель.
Вот это сделали, так сделали. Твою ж маму! Саня, 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 Саня! Спокойно. Пошел нахер. Бля, как способность включить, ёбаную? Дохлый байкер лучше всех байкер, слушай. Эш ныкается, смотри. Блять. Пидарасина. Пошел нахер. Где эта сука? Тихо, 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 Саня! Пошел в жопу. Пошел нахер. Так, все, все, все. Я иду, блять. Lucky says! Салют, сучара! Блять, твои любимые стационарные миссии, греби! Кто где, блять? Получи, фашист, гранату, блять! Поехали, на! Ну давай, взлетай, блять! Ааа, сука, на тебе! Блять. Ёбаный в рот. Спокойно, спокойно, сзади. Чё-чё? Вамос, поехали! Уу! Есть! Ага! Ёбаный в рот. Ага, на другом полетим, да? Пошел. While the man on my wing presents no immediate danger, I'll do my best to avoid you. Ёпта! I feel safe. Саня, ты что, забыл, как летать? Я, брат, ничего не забыл. Up north to our Canadian cousins, where the lost were likely to be sending them. Or other neighbors. А о чем они вообще трындят, я не очень понимаю. А ты не читаешь, что ли? Ня. Ёбаный, что ты сделал? Spell it out for me before I order you to fly that plane into a mountain. Because of where you used to operate. Weren't you pulling scores at North Yankton and running cars? Ты куда полетел-то, ёпты? Нормально, под мостом пройдем. О! А, точно, ёпта, здесь же эти самые, типа, как ачивки набивать. По типу, пролететь под мостом. Ну да, пролететь под хуём. Не знаю насчет хуя. Давай, давай. Давай, давай. Та-та-та-та-та. Давай, давай. Ты бы чуточек... Что? Чё? Сигнал. А, вижу, ну и чё? Ну, типа, туда лететь надо? Понял. Тихо, 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 ёпты. Ха-ха-ха.
Блять, а вот этот летит прям пиздец на минимальной высоте. Ага. Его главное, знаешь, засечь вообще как нихер делать. Во-во. Чё? Чем сбросить-то? Пробел, пробел. Shipment successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. База, 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 ёптель, ты ч... Одурел, что ли? Beat me and you'll see. Ага. Я могу лететь куда надо, а быстрее или медленнее, это я не умею. Так ты учись, чувак. Ты будешь под мостом пролетать? Нет. Ты же с ума сошел. Ну а я что делаю, ёпта? Куда уж ниже-то лететь, ёпта? Тем более мы, по-моему, уже от базы удалились. Ну, в общем, да. Господи, сколько же вы болтаете, а ёб вашу мать. Саня, Саня, ёпта. Не пыскай. Ёп. Сраная турбулентность пошла где-то, уродина. Узнаю, где-то сзади. Я нихуя не вижу, где он. Ладно, самое главное нам первыми прилететь. А на черта спрашивается? Так задание. Да-да-да. Я вас понял. Тихо, тихо. Громко, блядь. Ну вот она. Чё, что? А, в ангар. В ангар заезжайте, ёпт. Прям такие все прям умные. Это ж пипец какой-то. I think that was adequate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might. Yeah, I mean, I will. Good idea. Don't have time to dwell on that now, because we got. Мне кажется, или у Тревора слегка безумный взгляд. Слегка. Trevor Phillips Industries. Managerial innovation. Слушай, тебе надо было за Тревора играть с твоим смехом. Now go. I need to meditate. Or master. Все сразу это как, блять? Теперь вы можете приобретать различные имущества в Сан-Андреасе. О, ёпта, Сан-Андреас. Ну, логично, Сан-Андреас. После покупки он изменит цвет в зависимости, видимо, от того, кем ты купил. Ну, да. Так, блять. Собак страшная, давай, пропускайся дальше. Да, блять, ну как пропустить-то, ёптель? А никак. Сука. Бля. А некоторые имущества можно купить, играя только за определенных персонажей. Ну да, в частности, вот эту лавочку можно купить, только играя за Франклина. Да, так как мы играем отнюдь не за Франклина, так все. А сколько, интересно, эта хрень стоит? Да иди ты хуй сосать. Сколько эта хрень стоит? Да иди ты в жопу, я буду еще. Ну и чё ты сел бы в машину-то? Да погоди ты в машину, ёпт. Так, блядь, мне надо в дом, короче, и это самое... Паркин на него надеть, блядь. Что? Я закон пропащу пустую, ты всех перебил. Думаю, теперь, собственно, стрелы. Проверь, что и как. О-о-о. Кьё, какая... Какая машина? А самое главное...
Give them a mobile phone. What are they going to do when... Oh my God. Oh my God. О май гад. Тетя, не пискай. Так, ладно, сейчас, короче, сюда. Да-да. Что ты так нервничаешь, тетя? Все будет хорошо. Будет ли? О май гад. О май гад. О май гад. О боже, не может такого быть. Jesus. Меня похитили, черт подери. Меня везут в какое-то укромное место, чтобы вставить хрен в мою влажную дырочку. Блять, Сука. Что? Она заебала пиздец, слышь. Да не ссы ты. Все будет нормально. Какая машинка раздолбанная вся. Тетя, ты не переживай, мне всего лишь надо доехать до дома, чтобы штаны надеть. Ты думаешь, штаны тебе помогут? Ну, может и нет, а может и да. А, кстати, вопросики-то будем делать? А почему нет? Вопросы, да, я не хочу вот эти всякие, знаешь, совсем... Да все, хорош орать, пошла в жопу отсюда. О, Хитота написал, слушай. Не написал это. И e-mail пришел, типа, но новое поступление. Так. Блять, не туда. О-о-о-о. Отлично. Теперь, наконец, надеть на нее что-нибудь, блять, нормальное, сука. Брюки, блять. Брюки трико, ёпть, во. Так, одежда. Ну да, как-то так. Все. Конец, блядь, теперь Тревор, по крайней мере, хотя бы не голый. Так, а какого хрена? Дверка открыта. Закрывайся, дверка. Что это было? А это этот карт, типа какой-то, или как он называется. Так, ну что? Поехали тогда вопросянду сделаем, слышь? Да. Правильно. Ну, так сказать, чтобы не совсем уж тут прям по сюжету бегать. Безумство цветет и пахнет. Так, что здесь, я не знаю, поэтому... Ты сохранился бы? А я что делаю, блядь? Не знаю, что ты делаешь. Гаунтлет, давай. Что здесь за дела-то? Ой, пошел ты нахер! Что такое? Да ну его в жопу. Этого, блядь, бегать с ним, короче, расстреливать каких-то. Да блин, нахрен, давай эти самые. Туда хочешь? Ну, посмотреть, что там. Не, я просто помню, на самом деле... Блядь, задолбали. Чё там? Да чё опять? Сраный e-mail пришёл. Да-да-да, пошёл нахер. За этого крендель, на самом деле, не очень интересные миссии там, где надо... Но он, правда, потом тебе даст, типа, задание. Точнее, не задание, а потом сможешь отстреливать животных. Ой, да ну в задницу, блин. Я этот самый, знаешь, пацифист. Ну, я пацифист только в плане животных. Ёбаный! Пипец. Да, так, давайте тогда сейчас. Один мыслей. С этим самым. Через такое. А, это доставка этих самых. Упырей. Каких упырей? Которых разыскивают. А. Здравствуй, тетя. There you are, handsome. Lou Mod. How have you been? Oh, simply wonderful. Это у нее имя такое, Мод. Мод. Somewhere stuck between joyful and peachy. Peachy, even beachy. In this world full of scum and detritus. It's only right. И один из них перед тобой, блин. Да ладно, Тревор не отброс, он просто психопат хренов. Это да. Desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Какая зараза плюнула на экран? Think you can find him for me? Да кто-то. Every man has his talents, Maud, and the
rigorous administration of justice is, it's one of mine. That's why I love you, Trevor. Слушай, люби себе только, блять. Только пошла ты нахуй. Покиньте сектор. Какое? Какое задание-то, а? Покиньте сектор, слушай. Покиньте сектор газа. Сектор газа. Шины ТЭЦ в агресс СК. Сектор газа. Здесь не дожить до 40. Сектор газа. Скорее одень противогаз. Сектор газа. Спасайтесь по лесам от АЗ. Ну что, давай тогда за китайцы поехали, потому что здесь что-то... А здесь что-то больше ничего нету. Поэтому сейчас мы отправляемся... Ёпта, Саня, Саня, господи. Бля, я застрял, сука. Блять, я застрял в пизду. Извините. Извините, люди. Я, понимаешь, чуточек застрял. Вообще, нам на самом деле уже пора заканчивать, поэтому сейчас еще одну миссию. И на этом, я так думаю, все. Не будем делать очень обширные такие ролики, знаете ли, продолжительностью час где-то нафиг, потому что, во-первых, рендерится оно будет, черт знает сколько. Да рендерится хер с ним, что ты. Поставь на рендер сейчас и все. Ёбаный по голове. Может, татухи ему снять? Ёб твою мать! Живой, блядь? Нет, не живой. Тетя? Тетя, прости. Ёбта. Такую машину раскуцебляться, ла? Так, блядь, ну нахер по этим GPS-ом ездить, ёптель. Мы все-таки на внедорожнике. Ты смотри, чтоб тебя поездом не перевнедорожило, блин. А то, как говорится, обидно будет, суще. А, обидно-то будет, это понятно. Че, петь будем? А, петь, пить. Тут уже пить охота, а не петь. А, да-да-да-да. Оно самое. Мы припарковались, блядь. Какая точила прикольная, кстати. Нормально. И все-таки ты бы сохранился. Да ладно, пошел в жопу. Здесь и так частые сохранения. Весело тут у вас. Опа. Whoever wins gets banned. He's won. Ban him. Я победил. I can't ban him. He's русский. My goddamn husband. Ёптель, это ж тот самый. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I который патриот, ты помнишь? Да-да-да. Give me a drink. I got a meeting. A drink. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. 我操他妈的真是玩翻了! You all speak Spanish, speak it to each other! Mr. Tao Chung is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he's... Блять! 我说人事你真是... 太好了，你有空就加个来宾陪着我，这真是我人生中最美好的一刻。就是这个，来！I'm out. No, don't go. твою бога в душу мать. If you go, his father. Я сейчас умру, блять. We hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing! Well, let me show you the operation. Я покажу вам производство. Что? А, доберитесь до лаборатории по производству льда. Конечно, льда, да? Ага. А что там за лед-то такой? Лед? О, шеф. Шеф, we're just coming down to see the kitchen.
You can't get here quick enough. The Aztecs are coming. They think you took out Ortega. Да, 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 да. Ёбаный Саня. Опять сдох. Блять. Кстати, трамплин. Да в пизду, поехали. Ты знаешь, мы с этими трамплинами, блин, будем бесконечно эту игру проходить. Блять, чё ж так резко-то всё. Эффект неожиданности, блядь. Ага. Shit, Trevor, we ain't got long. Whoa, 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 manners, chef. These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Блядь. Ёбаный в рот. Nice to meet you. Trevor, we ain't got long. Слушай, это какой-то кошмар, блядь. Please, come check out the storage facilities. Go on now. Nice, right? There it is. Ample room inside. Mr. Chang, please, sir, if you will. Let me out! Yo! Super! Tour will recommence shortly, gentlemen. Should we get the guns? Ой, ёпта. А, вот и понеслась. Да-да-да. They really want you dead. Ву-ху-ху! Ёбаный в рот. Пошёл в жопу. Ах ты, я... Блять, а как включить? Как включить способность? Какого чёрта ты сделал, Саня? У-ху-ху! Бадабумчик, ребята. Вот. Прям в балду, понимаешь? Так, здесь где-то ещё один, кстати. Тихо-тихо. I think it's time for the Aztecas to die out. Чё? Куда? Куда? Куда следовать-то, ёпта? А, вот сюда. Look out, on the left side. They gotta have the whole crew here. А ты чё, ещё живой? А тебе ещё надо? I'm starting to think they really want to kill me. А, капс, ёпта. Куда? Позади здания, блядь. Ну пошли, 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 ёпти. У-ху-ху-ху-ху! Пизда. Причём всем. Да ладно, нахер. Эй, членоголовый! Подорви, сучара! Так, 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 способность сейчас закончится. Не закончится. Не пыскай. Еще одна машина, да? Срать я хотел. Пошел нахер. Так, где еще? А вон он. А прямо по курсу. Блять. Да вы заебали в натуре. Чё там за дела? У-ху-ху-ху-ху! Ребята, будет весело, чёрт вас дери. Пошёл в жопу. Кто там дрогнул-то, ёпта? Go back to the lab and get me a damage report. We gotta let our potential business partners out of the ice chest. Пора выпустить наших деловых партнеров, блять. Эй, recommence the tour, gentlemen. Деловые партнеры, выходите. Ну этого вштырило знатно, конечно. Хайцо, хайцо. I'll swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Hey, Trevor, are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Okay. Да, шиза была сейчас знатная, конечно.
И тем не менее демон выполнил миссию, но правда ни хрена не сделал нормально. Я нормально сделал, чё, блядь? Ой, надо побежать. А, да, да, да. Награду здесь подозреваемый взять живым. Да, ну нахер. Так, поехали, собственно, продолжать нашу. Продолжать наш дурдом. Но я так думаю, что уже в другой серии. Ну да, скорее всего. Блять. Да, но мясо у... Мясо, конечно, демон устроил знатное. Это да. Я могу. А, так, сейчас я в оружейку надо только заехать. Дабы, так сказать. Стой. Дабы, так сказать, запастись барахлишком. Пока нас time, не уконтрапупили. Ну. По-моему, Тревор чуть-чуть. Когда твой друг в крови. Нахер побольше. Да ты 1005 возьми сразу. О, нахрен тебе она. Sorry, Trevor. Так, ну дробовика здесь полно, это... Да, блять, вот это клевая шняга. Отлично. Рукоятка, нахера фонарь-то, господи. Все. А здесь что, кстати, есть? Так, ну я, насколько помню, гранатами-то здесь лучше, кстати, не пользоваться. Патрончиков здесь для пистолета хотя бы 1000 купить. Да хорош. Магазин больше емкости, фонарь. Глушитель, по-моему, ухудшает все. Бля, вот это прикольно, конечно, епт. Но стоит, да, стоит. Стоит это дерьмо до хера, конечно. Стой, там очки можно было какие-то купить. Какие очки, блядь. Да здесь эти стрелковые же. А че, вот такие нормальные ему. Прикольно. Так. Да-да-да. Пока-пока, чувак. Мы с тобой еще обязательно встретимся. Мы встретимся! Мы обязательно встретимся! Вспомнили, понимаешь, трех мушкетеров. Саня, Саня! I'm so sorry. I don't want to. It's really just an accident. Перебиби, перебиби, перебиби. Ты чего? С ума сошел? Потихоньку. Краб. Какой краб? Ну, крэп, дерьмо. А. Краб, я какой краб. А, вот, ну ладно, спасибо за внимание, ребят. А, все, кто смотрел, а, подписывайтесь на канал, ставьте что-нибудь, пишите тоже что-нибудь. Что за звуки, блядь? Вот, а мы с вами встретимся в следующей серии. С вами был Александр Ибн Хаттаб, и рядом со мной Федор Вахнайтович. Да-да-да, теперь демон идет на работу, а я ложусь спать. Вот скотина, а! Ты рендерец не забудь поставить. Ну, да. Вот, так что спасибо за внимание, всем пока. Пока-пока!